В Махачкале приостановили незаконное строительство по улице Железнодорожной. По словам сотрудников администрации, у собственника есть согласованный с РЖД проект, однако нет разрешения от мэрии Махачкалы. В связи с этим работы приостановлены, материалы направлены в прокуратуру города для изучения и реагирования. Данный объект расположен в полосе отвода железной дороги. Также представлен проект, согласованный с РЖД, однако разрешительных документов администрация города Махачкалы на указанный объект не выдавала, в связи с чем строительные работы на указанном объекте были приостановлены. Также нами направлено обращение в прокуратуру города Махачкалы.